вообще. Найта дальний наброс, и Подъебольский не с первого раза шайбу не прижал. Даже не знаю, были ли там подставления, но Подъебольский вообще потерял шайбу из виду. Вот здесь отчетливо можно это разглядеть. Он ее смотрит, а она уже фактически на линии, откуда ее добивает пустой створ Корбен Найт. Натальный Найт 3-0. Конечно, Корбен не прощает таких случаев. Это весьма показательное, о котором хотел сказать. Опа, четвертая шайба в воротах. Шайба, конечно, маленькая, она дырочку найдет. И летела она так с клюшки Корбена Найта. Колтыкаясь, там траектория не всегда понятная. Здорово, подбил клюшку Брэдну Лантигу. Пас Корбен Найт! Атака на коротке 3-2, которую мячи на этот раз мастерски разыгрывают. Толчинский держит шайбу, может бросать, может отдавать. Передача, это гол! И Найт ее отправил в верхний угол. Здесь уже Рибер оказался отыгран.